Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Divine Divinity. Вот, и ищем мы главгада. В прошлой серии я решил остановить, потому что непонятно. Я не помню, где он скрывается. Возможно, еще какой-то замок, тогда серия у нас затянется на 2 часа. Вот, и как раз таки я думаю, что убийство в отдельной серии в принципе неплохо. В принципе неплохо, потому что кто-то может сразу, например, мотнуть на убийство последнего босса, да? И, ну, вернее, включить ее сразу. И все, как бы, из этого посмотреть. Вот, не перематывая. Да что они какие все крепкие тут, зараза. Вот, не перематывая предыдущую серию. Так, побыстрее хоть будет. Так, уровень чар надо взять, потому что он дорогой. Так, вот как-то... Ага, вот, что-то есть, что-то есть. Что-то нам сюда, по-моему. Да, блин, или не сюда. Блин, какие же вы медленные. Какие же вы медленные. Что такое? Какой-то... Подожди, а можно сюда зайти, да? Я не могу. Бесполезные куски уже. Смысла их нет убивать. Мы опыта просто-напросто не успеем взять. Еще один уровень. Поэтому смысла в их убийстве сейчас вообще нет абсолютно. Блин, слушай, по-моему, где-то вот здесь, наверное, вход. А я сейчас оббегаю, блин, да-да-да, вот 100%. А я сейчас по краю просто оббегаю, как и вот эти вот можно было бы оббежать, вот эти вот. Вот здесь, здесь тоже мобики. 100% вот в этом проблема. Надо сейчас с другой стороны идти вот сюда вот. Наверное, проход как раз там. И это главный вот этот вот, как это сказать, склеп, я не знаю, что тут. Короче, этот пристанище главгада, да, главное. Сколько у нас банок, интересно, осталось? 188. Куда нахрен их тратить? Нифига себе, нас теперь вообще не убивают. Нас теперь не убивают. Во, хорош. Сюда. Так. Блин, мне интересно даже, со скольки он ударов умрет, блин. Демон. Я попробую сейчас реально сожрать вообще все банки. Вы только представляете, что там будет по урону. Да просто нереально. У нас силы, наверное, за 1000 заскочит. А какой за 1000? Уже 300. Там, ну хотя, наверное, за 1000 где-то около 1000, наверное, будет. Блин, это пипец бот вообще. Так, ну большой, интересно. Полюбас тут лабиринт, мимо него не пройдешь, грубо говоря. То есть надо будет его обязательно пройти. Явно что не сократить никак. Да, подготовились мы, конечно, знатно. Так, у нас тут поломка. Опять, наверное, меч. Ну фигачим мы просто, мама, не горюй, да. Вот, смотрите, баг. Птица стоит, вообще ничего не делает. Хотя могла бы бить. Идиотизм, блин. Ну не птица, а кто там, гарпия. Так, сюда что-то есть. О боже, какой тут огромный этот лабиринт. Так, это у нас проход получается. Ага, это... О, край, наконец-то. Так, получается, выше уже нету ничего, да? Просто тупо с удара уже. Вот эти крепенькие. А что интересно, эти с удара валили? Тоже 300 урона. Неужели такая разница в ХП? О, мощное зелье сил надо взять. Да, вот это вот интересно, интересно. Интересно, можно босса с удара убить?
О. Вот так вот и стой, пожалуйста. Так, слушай, а давай-ка на четверочку сделаем. Подожди, у нас на четверку это... А, это хел у нас на четверку, блин. Тогда давай, блин, на пятерку это сохраняться. Давай на четверку баф вот этот сделаем, что сразу 1, 2, 3, 4. Какой он крепкий, да? Сколько у него хп, с ума сойдешь? Зелье магии. О, какой крепенький опять. Сюда. Да чего? О, ничего себе, пока голову чесал. Здравствуйте, я идиот. Так, в общем, я заблудился, что-то тут побегал и... Не, короче, я не знаю, куда бежал, но вот вроде нашел тут еще один выход, поэтому погнали сюда. Блин, надо же было так, а, лохануться. Да, причем здесь побегал, здесь вообще прохода нет. Нам, короче, надо куда-то, видимо, куда-то сюда, хрен его знает. О, боже мой. Ну, я так могу, да, я такое. Так, ну, там... А, можно пройти, окей. Давай, давай, иди сюда. Да, ну этот мужик, конечно, сандалит он знатно, блин. Прям в хлам мне раскидал. Вот тебе и ловкость, блин. Вот когда в такой форме, непонятно, что на чем делают. Даже не видно замаха, да? Просто что-то стоит дергаться. Текстурка. Так, вот это вторая, да, получается, у нас, где прохода нет. И глав гад где-то, видимо, вот здесь вот. Но что-то мы пока туда пройти не можем. Так, нам надо как-то сюда попасть. Давай, иди сюда. Вот что-нибудь здесь, наверное. Где нам этот мужик люлей-то навешал? Я так что-то не помню. Вот внизу кто-то есть. Да, ну конечно не сохраняться, это я мастер. Кто сохраняюсь каждые 5 минут, то вообще, блин, не сохраняюсь. Так, ну что-то какое-то новое место вроде. Мы здесь не были вроде. Во-во-во-во. Вроде... Вот он, да, вот он. Все нормально, нашли хоть. Так, просто надо за хп сменить. А, здесь два владыки смерти, понятно. Вот они это и запендюрили. Они-то меня и запендюрили. Так, вот какой-то... Сейчас послушаем. Вообще ничего не поменялось. Вот реально. Ладно, хрен с ним. Ну, будем считать, что я нажал. Кстати, может быть и справа что-нибудь подобное есть. Вот день здесь, да? Я просто не посмотрел. Очень похоже, потому что... Кстати, они... А, нет, немножко не идентичны. Окей. Но, наверное, по образу и подобию, я так думаю. Надо будет идти в левую часть и искать такой же портал, наверное. Хотя, что-то есть тут проход какой-то. Так. Окей. Тупичок. Тупичок. Так, нам налево никак не пройти, да, получается? То есть, видимо, реально какой-то есть... какой-то есть этот... рычаг вот здесь, наверное, тоже. Вот, и нам надо оба его нажать. Хотя, может быть, даже и один, который уже нажался, и сейчас...
На, вот ничего себе. Может уже и нормально. Что-то какую-то дверь открыл, хрен его знает. Туда пройти не могу. Туда пройти не могу. Давай сюда. Ух ты, дурак, напугал ты меня. Закрестел, пипец. Так. А ну все, мы назад вернулись. Получается, мы вернулись назад. Сам... Вот дверь открылась. Ты дурак, что ли? Подожди, на него яд действует? Сюда. На тебя яд действует, братан. Ты попасть по мне не можешь. О! Другой разговор. Так, все, получается, одна дверь была, да? Все, главгад, получается, там сейчас будет. Ну, погнали. Полуглавгад, зам. Зам-зам тут. Временно исполняющий обязанности главзлодея. Главзам, да. Ну, идти больше некуда, погнали. Должен быть тут. Подожди, или уже нет? Нет, все. Эти вообще урон не наносят, только вот эту, посмотри. Да, пол левел только набрали. Набрали. Больше не получается. Так, куда идти? Как туда пройти? Я хочу туда. И чё, мы толку дошли тут? Похоже на как-то через верх, что ли? Наверное, еще какая-то дверь есть. Вот здесь, наверное, откроется что-нибудь. Блин, только слева осталось. Здесь мы все посмотрели. Вот здесь что-то есть. Наверное, туда нам надо. Пес ее знает. Блин, я думал, все, уже тут с боссом бой будет. Давай позырим. Так, вот сейчас куда-то налево. А подожди, там все тупик. Все, тут прохода нет. Вот здесь вот. Ого, куда дойдет. Вот, наверное, тут где-нибудь. Рычаг сейчас. И там дверь, наверное, в центральную это откроется. 100%. Очень на это надеюсь, иначе бы я да не знаю, что делать. Ой, этот крепенький вылез. Вот эти все 83 банки выжрать, это столько силы было. Просто пипец. Очень надеюсь, что этот демон будет простым милишником. Вот, и побежит, так сказать, сломя голову ко мне вплотную. Будет здорово. А не как это, знаете, девка там невидимость становилась, что там еле разобрался, блин. И то масухой стрелял в нее только тогда. Во, все, отлично. Все, видимо, два мы теперь заюзали, да? И все, и получается у нас теперь открылось что-то где-то. Вот здесь, мне кажется, что-то открылось. Потому что здесь вроде как прохода не было раньше. Жалко только непонятно на этих рычагах, что нажал я или нет, блин. То есть ни звука, ничего нету. Давай еще сюда на всякий случай зайдем. Ага, все. Ни звука, ничего не было. Даже и еще повторно можно понажимать. То есть, блин. Такое ощущение, как будто, знаете, не сработал этот скрипт. То есть я нажал, но в общем, типа, ничего не произошло. Она сохранится. Чтоб если что бежать обратно не так далеко было.
Да черт возьми, я могу, я могу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не, нифига нету. А че? Подожди, это что такое? Так. Че у нас там? А умные люди-то пишут. Все пропало. Поведитель хаоса был призван и овладел телом невидного ребенка. Мир обречен. Последнее, что я могу сделать, это убить демона лжи. Единственное, что нельзя отнять у проигравшего, это право на месть. Ну, не знаю даже, что сказать. Мы что, типа, проиграли или что? Мы, походу, проиграли. Подожди, а вот еще что-то есть. Во-во-во, вот тут, наверное, еще один рычаг. Какая-то заставка должна же появиться. Йогурт, бабай. Пожалуйста, давай, здесь рычаг. Блин. Сто рычагов просто тут. Так. Ну, давай попробуем, посмотрим. Я хрен его знает. Если там сейчас ничего не открылось, то... Пара-пара-па. Короче. Вот тут еще, конечно, проход может быть. Но идти... А, вот еще наверх куда-то. Во-во-во. Вон наверх. Еще наверх можно куда-то. Блин, ох же эти чертовы катакомбы, блин. Вы бы написали, что надо там открыть рычаг... Ну, типа, знаете, как мысли вслух персонажа, который помогает-то. На открыть там 4 рычага. Откуда он узнал бы это, об этом? Вот как, блин. Тут еще очень плохо, непонятно, как это все отображается. И непонятно, если я ткнул 2 раза. А, тут нельзя пройти туда. Ну все, приехали тогда. Тогда я не знаю. Тогда я не знаю. Вот сейчас я... Там я специально один раз нажал. Может быть, тут я 2 раза нажал. Вот сейчас он нажал или нет? Хрен его знает. Вот это дебилизм. Ох ты, дурак! Вот это напугал-то меня-то как. Блин. Это, конечно, тиранул немножечко. Есть, есть. Так. На самом деле, вот тут что-то есть, да, какая-то хренотень. Может, сюда попробовать прибежать? Здесь мы все посмотрели. Проходов нет, проходов нет. Все, то есть мы везде-везде были. Единственное место еще осталось, это вот как раз вот это вот. Сейчас тогда туда сгоняем еще. И потом, если не найдем, то тогда я на паузу сделаю. Паузу нажму, вот, побегаю, посмотрю, поищу, вот, и потом подключимся, чтобы время не терять, а то сейчас тут не стримнет, можно хоть остановиться. Так, блин, что-то непонятно. Единственное место, да, реально, вот слева там, наверное, возможно, вот здесь тоже какой-нибудь рычаг стоит, третий, да, как раз нам вот сюда не ходили. Видите, видите, видите? Стоят противники. Так, куда нам? Без разницы. Тут ничего нету. Потерянный окованный посох. Алебарда. Блин, сдается мне, что это опять какой-то глюк. Наверное, опять этот глюк, который с загрузками. Знаете, как у нас было там с этим, с каким-то квестом? Блин, хрен его знает. Возможно, должна быть заставка какая-то. Ну ладно, давайте тогда сейчас я посмотрю, на паузу поставлю, побегаю, поищу, посмотрю и вернемся тогда. Так, в общем, разобрался я. Вернее, как разобрался... Еще раз все эти рычаги прокликал и, короче, открылось, не знаю. Видимо,
недоделка игры то, что непонятно, кликнул ли я на этот, на рычаг или нет. И получается, видимо, на какой-то из них я не кликнул. И вот, собственно говоря, вот дверь теперь все появилась. Вот, поэтому давайте тогда туда и пойдем. Сейчас сделаем сохранение. Я думаю, что это уже last boss. Вот, и сейчас будем с ним драться. Вот, как-то так. Как-то так, давайте, погнали, где ты там? Я чую дух избранного. Эй ты, от меня не спрячешься. Слишком поздно. Ритуал завершен. Мы призвали повелителя хаоса. Но твой путь был не напрасен. Ты умрешь во славу демонов. Я сам вырву твое живое сердце и сожру его. Блин, интересно, он заморозится? Если заморозится, то будет круто. Так, ну хорошо, этот заморозился. Давай тогда сейчас вот так сделаем. Ха-ха, сейчас я банки зажру. Так, этого у нас силы 1400. Охренеть, 1400 силы, ну-ка иди сюда. Ах, охренеть урон там удара, блин. О! Ну что, вот мы и прошли эту замечательную игрушечку, ребятушки. Да, концовка немножко затянулась, но зато попробовали мы все эти банки, которые мы находили всю игру с силами. 1400 силы, вы видели там хп, как улетали у него за удар просто, блин. Да, прикольно, прикольно. Ну вот, все тогда, замечательно. Спасибо большое за лайки, спасибо за подписку, ребятушки. И увидимся когда-нибудь к следующей игре, да, в каком-нибудь другом Divine Divinity. Вот, следующая игра у нас Icewind Dale. Вот там, собственно говоря, и увидимся. Всего доброго, друзья, всего хорошего и всем пока.
Напишите в комментариях, если досмотрели до этого момента что-нибудь, что вы, чтобы точно знать, что кто-то это услышал, то, что я сейчас говорю. Очень интересно будет посмотреть.